телефон сдувает. 50. Вон там море справа. Че, пупс? Нам осталось ехать где-то 19 километров из 35. Мы едем в столицу Гоа, Панаджи. Это от моей жопы такое мокрое. Уф, устали. Все себе отбили. Это возьми только денежки, наверное. Ай, да ладно, пойдет. Вот. Такой вот заехали в городке в какой-то магазинчик водички взять. Вот. Че ты? Ой, ладно. Че? Складываешь, говорю? Да. Пойдем в магазинчик посмотрим. Обзор индийского магазина. Так, вот у них, кстати, прикол, смотри, все маленькое. Ага. Маленькие бутылочки, посмотри. Так, вот это вода, да? А нет. Фруктовый напиток. Розовые гуавы, цветы розовой гуавы. Че, вот это достань маленькое, покажи. Нет, ну да, или это, розочки. Чем это все маленькое? Не тропикано, а тропикано. Тропикано? А вот это пирохи, походу. Да. Просто вода. А что, воды нету простой? Water ice. А, маленькие только. Давай, а, вон большая, вон большая. Подожди. Лучше знакомую зайдем. Что-нибудь перекусить еще можно взять. Какие-то батончики. А вот киндер. Что? Киндер. А, да, прикольно. Я пробовала дубайский, турецкий, давай индийский. Ладно, бери. Держи. У нас тут деньги. Ну, здесь не так много, всего 2500. Его можно быть не брать. Чем? Это же Джой, который жидкий. Жидкий? Да. Я игрушку просто, я шоколад даже не буду, наверное. И вот, вот, я же говорю, все маленькое, вот, ну вот, такое маленькое вот это, такие маленькие листерины. Вот это что-то тоже маленькое. Зубные пасты, вот, комплект, синтадин. Да, я не могу, это такое миленькое. Вот. Ушные палочки. Реально. Надо взять. Шампуни. Вот, вот они, все. Да? Живем. О, Господи. Опа. Есть готовая порция, даже две. Цвет фанты. Цвет фанты слишком ядреный, да. Краски много очень. Вот у них такие разные вкусы. Еще вот такая есть. Это что? Ванилин. Ваниль. А, это экстракт ванили. Угу. Сейчас возьмем. Зачем? Пить что-нибудь делать. Вот. И вот тут тоже. Это боже! Рецептик. Да. Возьмем? Да. Смотри. Я взяла вот такую, помнишь же этот? Я говорила, Раиле подарим. Есть еще вот такая. Блин, да. Твою мать, сколько здесь? Ну вот, ну я не знаю, сколько это. Грамм 50, да? А, 25. 25. А, вот она, амла, масло для роста волос. Нет, маленькое, бери большое. Ладно. Он сказал амла. Присели мы, короче, тут игрушку из киндера достать. И тут чувак на гироскутере и с вейпом. Нормально, такая петушиная игрушка. Надеюсь, слышно? Мы, короче, едем по такому индийскому маленькому городку. Здесь нет туристов, мы пока не встречали. В основном все местные. Мы все-таки едем в столицу, остановились в магазин, воды купили. И там все дешево. И что интересно, у них цены везде фиксированы, как в Советском Союзе, прям на пачке пишется цена. Вот. В Арамболе такого нету. Там, то есть, они продают сколько, за сколько захотят. А вот в этих местных городках вот так вот. И мы едем. Наш мопед не тянет на полную просто. Дорога вверх. 20. И это полностью, да, газ? Да. Я в пол топлю. Вау. Разгоняйся. Придется на скорости, чтобы в горку входить. Здесь, короче, нужно сигналить, если не видишь поворота, потому что они часто по встречке лупят. Их нужно предупреждать, что здесь кто-то едет. Увидел? Я крайне недоволен, потому что у меня в сэндвиче мармелад. Нормально. Да, это реально мармелад, не сладкий, я уже попробовала. Мармелад. Вкусно? Ага. Чего? Это все сладкое, походу. Не верю. Сейчас попробую.
У меня соленая. Че, как тебе на вкус? Много специй, как всегда, но нормально. Все, ничего съедобно. Хлеб я узнала и помидоры. Остальное я не узнала. Угу. И вот это в том числе. Что это? Фу. Какая гадкая гадость. Это виноград. Теперь у нас пицца. Дай мне. Или не виноград. Фу. Не знаю. Гадость какая-то. Сладкая. Сладкая? Да. В общем, и мороженое. Ну, мороженое, надеюсь, не соленое. А вот это попробуй вот. Попробуй сначала. Ну и пицца как бы размерами, да, вот. Нормально все. Ай, мы уже едем обратно. У нас первый привал. Мы проехали около 10 километров. Ну вот. Сейчас было очень жестко, потому что это было в центре. Мы остановились, вот водичку пьем. Было очень жестко, там прям такой трафик, жесть. У меня пальцы болят. Вода закончилась. У нас еще бутылка есть. Я не буду больше. Вот. Прям жесткий. Но сейчас уже мы остановились, потому что уже выбрались из этого трафика. Там сейчас вот налево, там уже более-менее спокойная дорога. Фу, а пока я просто села на асфальт, что могу себе это позволить. Тут тепло. Мы тут по дороге вот такой вот храм нашли. Все, едем. Есть, стой. Сейчас пока цикл проедет, то можно ехать. Я смотрю. Все, можно ехать. О. У-ху. Комната еще не готова, и нам сказали, можем подождать возле вот такого бассейна. И там водопады. Такой вот бассейн. Это очень классно. Это обезьяна. А это наш коттедж. Там тоже выход. Вот это спальня. Вот такая вот. Двери должны быть всегда закрыты. Вот это вот шампунь. А вот это скраб для тела. Нужно будет обязательно сегодня попробовать. А вот это питьевая вода чистая, сказали. Все льется. Ну и ладно. Так. Большой? Здравствуйте. Ку-ку. Солнце, возьми, пожалуйста, вот это. Ага. И нужно обязательно закрыть, потому что обезьяны сильно воруют. Сейчас я закрою. Хоп. Вот так и вот так. Вот наш бассейн. Лежаки. Стульчики. И маленькая пипизяна сидит. Эй. Лапку тебе. Они пьют из нашего бассейна. У них все в порядке. Это маленькие обезьянки и мама с папой? Да. А вон там мама. А вот это справа мама, нет? Нет, они большие. Вон, видишь, большой какой? И вот большая, и вон большая. А вон еще один мелкий жопу чешет. Точно. В общем, вот это наш коттедж. Вот так лесенка идет. Тут вот джунгли. Идем выше. Мы сейчас идем на обед. Вот тут тоже есть лежаки, если хотите загорать. Потому что там солнца нету. Вот. И тут дверь. Тоже замок. Можешь закрыть. Вот, да.
Тут все наоборот. У нас тут так, и тут закрывать. Вот, и вот такие вот тоже домики, но это без бассейна. Люди тусуются. И чего ты мне говорил, что с бассейном того не стоит? Угу. Лучше типа возьмите обычный с видом на долину, и вам будет лучше. Нет, с бассейном того стоит. Единственный бассейн получается. О, смотрите, водопадик. Да, это этот бассейн с видом на долину идет. Да. И ровно на водопад. Собственно, видовой бассейн. То, что я там показывала, конечно, красивый, но и этот не хуже. В общем, еда здесь специфическая. Ну, вот что смогли, выдрали. Это рис с грибами неострыми, картошка, ананасы, салатик. Он говорит, что это чипс. Типа чипсы. А? Даже маме пока. Там баранина. И это типа тана. Вот, и такой вид. Тут, в общем-то, здесь вот так вот эта вещь. Ланч. Такая индийская еда. Что там там? Мы пришли на мехенди пати. Пати никакого нет, но мехенди есть. Вот. И заказали мороженку. Тут вкусы, короче, только гуава и какое-то еще там растение. Но мы решили попробовать одно то, одно то. В общем, мы сначала заказали два разных, но розовый понравился больше, поэтому мы теперь заказали два розовых. Мы решили выбраться на танцы. Нам позвонили, спросили, придете ли вы на танцы. Я говорю, да, ну, придем. Вот. Тут теперь ночи страшно. Я уже видела ящерицу, тут такую, как ладонь, наверное. Ты куда? Ко мне хочешь? Да. Да. Время 9. Нам вчера на вот этих танцах показали новую тропинку, вот такой вот. Она стоялась лучше, чем та. Да, удобнее. Не такой сильный подъем. Пойдем. Пойдем. Мне страшно. Такой мост. В общем, такой завтрак. Кофе, тут вода у них. Что, невкусно? Это можно есть. Ага, тут невкусно. Обычные булочки, масло, омлет. И Влада хлопья с молоком, кофе и какой-то напиток.